20 июня моему отцу Юрию Висбору исполнилось бы 86 лет. В силу сложившихся обстоятельств концерт «Распахнутые ветра» Юрия Висбора, который планировалось провести в зале соборов Храма Христа Спасителя, пришлось перенести ровно на один год. Но спокойно, товарищ, спокойно, у нас еще все впереди. А пока то, что вы сейчас увидите и услышите, это домашнее видео, увы, тренд нынешнего сезона. Мы выстроили наш домашник по годам, чтобы вместе с вами услышать, как жили, взрослели, мужали, переосмысливались, переоценивались и крепли песни Юрия Висбора, а вместе с ними и он сам. Да, и что немаловажно, все участники концерта выбирали свои любимые песни барда без всякого принуждения. Вот и получилось, что у каждого свой Висбор. Огромное спасибо всем откликнувшимся, поддержавшим, присоединившимся и просто примкнувшим. А распахнутые ветра никуда не денутся и будут ждать нас в следующем году.